Всем здравствуйте, господа. У нас сегодня трэш-видео. Засели в лужу, скинуло нас. У Димы сапожки плюшевые. Вятский египтолог с нами. Она сейчас зад выехать как-то. Добираемся мы до той деревни. Надо было... О, Дима, знаешь что? Надо вот здесь было ехать-то, говорю. Меня скинуло. Сидим конкретно. Лебедка есть, толку от нее никакой. Сейчас будем откапывать. Да вода-то ладно, мне главное с этого скинуть. И будем выезжать. Все, мы копаемся. Нам колесо, Дима, не надо копать. Блин, все, я здесь засовывал. Нам надо копать этот под низ. Мы сейчас висим на этой штуке. Дай пацанов поставлю. Буду показывать. Знаешь, нам надо вот здесь копать. Вот снизу. Мы сейчас сидим на ней. Да, вот эту, видишь, скачет. Опять те звонки. С утра до вечера Диме звонят. Или звонят. Так. Пробую. Толку-то пробую. Ну а вперед тогда сначала. Попали мы, пацаны, тут конкретно. Откапывай со всех сторон, будем все откапывать. И здесь. Давай, я впереди буду, у меня сапоги чуть-чуть подбельнее твоих. А ты бочину, Дима, откапывай. Дима, а? О, откапывай, да, это все. А я здесь буду откидывать. Блин, попадос. Нету нормальных. Может, разденемся? Мне главное его качнуть только вперед и назад, и все. Попали пацаны под раздачу. Сейчас, погоди, я буду чуть освобождать. Здесь-то вообще-то нет. Я напомню, сапоги-то уже. Вот у нас что-то держит с тобой. Как-то он вроде стоит, но не то, что он, я не сам, на раме колеса раскопаны. Вроде немножко подкопали. Так, вперед будем. Назад. Пацаны, все нормально. Здесь вообще лужа конкретная. Нам надо взад выехать и вот здесь объехать. Куда-то бы Дима поставить. Вон этот. Сейчас я вас поставлю. Пускай снимает камера. С той стороны чуть-чуть и все. Я прорыву. Вот она яма. Вот мы сюда упираемся. Откуда уйти?
Ну все, уже, в принципе, не знаю, что ли. Хорошо. Сейчас берет чуть-чуть и завтра сбегу. Нам на пригорок хотя бы выехать. Тут-то, видишь, низина, из-за этого застряли. Выехали. Хотел только немножко. Как-то держит еще, Дим. Я думаю, надо по снегу ехать. На поле мы там с тобой утонем. Ну как? Нормально? Нормально, только ноги сырые. Поехал на коп в чичиках деревянных. У меня тоже чичики. Че у меня есть? На разведку едем. Нам на вот туда за тополя заехать, прикинь. Обратно. Пойдем по боку, наверное. Сейчас все растает днем. Давай туда пройдите, лопату не забудь. Сейчас я поставлю. Ты иди наверх тогда. Так, я пока камеру выключу. Сейчас соберусь. Все, Дима ушел вперед. Если еще раз провалимся, туда не поедем. Нам наконец поле надо. Поеду на пониженной. Проеду, Дима. Там смотри, лужа опять, дальше ты меня ведешь. Пойди по обочине поедем. Вот здесь. О, здесь-то хоть не мягко было. Опасненько, блин. Чего? Я думаю, может выехать на то поле и по полю уже шпарить. Здесь-то не вариант, нас здесь засосет. Здесь пашня. Я думаю, туда и вон туда, через тополя. Нам наверх вот туда надо заехать. Что, садись. Надо, знаешь, что? Иди давай. У тебя есть перчатки? Здесь. Почисти-ка, Дима, вот здесь все в грязи, здесь и вот здесь. Здесь. Все, выбираемся, сейчас я камеру на шлем поставлю, поснимаю. Погнали. В такую чащу залезем, тут заикриться-то негде, видишь. Лебедка-то бесполезна. Блин.
спонсор экспедиции компания Патриот. Основной спонсор канала, Дима. Да. Здесь мы проехали. Нам надо на тот конец деревни, но тут снега много. Я не знаю, что делать, пока думаем. И как мы еще обратно? Вот там дом стоит, заброшенный. В принципе, да можно вот здесь уже, Дима, чесать. У них здесь усадьбы были. Баня осталась. Решили вам показать. Смотри под ноги, под колодец упадешь. Баня. Смотри, она как просела вся, да? По ней стреляли, Дима, из крупнокалиберного пулемета. Ничего не вижу. Сейчас солнце, ничего не вижу, камера может что-то видеть. Чу-ру-ру, здесь бутылочки, всякая ерунда. Ох, интересно. Почему-то баня не зашел? Я зашел, поснимал. Не можем пробраться. Тяжело ему вдвоем. Фу, я схватил весь. Туда за кедры надо пробиваться. Не знаю даже, что и делать, блин. Надо держаться ближе к деревьям. Если застрянем, то лебедка будет выручать. Я даже не знаю, у меня лебедка работает ли. В этот год не проверял. Сейчас будем межпроталин туда ехать. Понял, Дим? Межпроталин будем. Вон, смотри, у них за борта до сюда участок был. Здесь усадьбы были. Вот, в принципе, здесь можно ходить, но здесь время много потеряем. Я хочу туда, на усадьбы, где пахано. Ты смотри, где снега поменьше, не показывай. Дима пошел. Колодцы ближе туда, здесь не было колодцев. Вот здесь иди напрямую, вот так. Ты прямо знаешь, что делать-то, Дима? Маршрут-то выбирай от дерева к дереву, чтобы не залебедиться, если что. Что, не слишком глубоко? Ну, я один-то здесь проеду, наверное. А может, нет. Все, продолжаем. Камеру ставлю на голову. Едем. Дима меня догоняет. Не знаю, может, прорвемся. Где-то беру этим скоростью. Тут медленно ползти, конечно, не вариант. Здесь стояли фермы. Летом их не видно. А зимой нормально. Вон дома стоят. Кедры. Бетонная штучка какая-то. Жолоб или что-то. А вот ферма стояла. Пойдемте посмотрим, чего от нее осталось. Блин, снега еще много. Вот это ферма. Видно, она стояла. Здесь разобрать может железо будет. Нам надо вон к тем-то полям, вон к тем. Сейчас мы здесь проедем все равно по полю. Туда и туда потом уйдем. А там пешком, может, уже уйдем. Тут недалеко осталось. Меня волнует, обратно поле раскиснет. Мы поедем сейчас. Надо будет выбраться как-то отсюда. Здесь есть прямая дорога, вот она. Но она вся в снегу. Мы сейчас ее смотрели. Мы в объезд поехали.
Ну как я, Дима, газанул? Так, мы сейчас там объедем. Диме все названивают. Я говорю, не берите телефоны на куб. Все ему звонят. Целый. Черный список неси, да и все, там у тебя черный список есть. Что ты, Дима? Ну как я, проехал? Заебись. Огонь, как обратно будем выезжать? Нам на вон к тем-то полям. Погнали дальше. Все, едем. Понял, а он забитый весь. Мы вокруг поехали. Даже не знаю, где ехать, Дима. Глубину, а вот, наверное, нам здесь, да, и вот там объехать. Иди мери глубину. Вот так этим я вдоль них проеду прямо, и вот там по обочине, и на ту поляну, Дима. Напрямую-то, наверное, нам не промчать здесь. Все глубоко? Нормально? Отходи. Все, мы с Димой съездили. Забирай железо свое. Давай. И лопату. Как поиски были, это было на основном канале. Набрал. Чего? Железо набрал? Ну это, баричак еще, заначка у меня была. Дима, железо? С осени. С осени. Вытаскивай свой хлам. Мы покопали нормально. Мало, ему на работу надо. Если бы не на работу, еще бы копал до темна. Что там было интересно. Но это будет ролик на основном канале, а здесь мы просто показали, как буксовали. Да? Так, лопату забрал. Лопату забирай, у меня железо полмешка. Еще свое железо забирай, у него тут лемеха, еще когда шлепа. Че, когда следующий выезд? Ой, созвонимся, а че? Ну, как это путать будем? Я еще подумаю, братья. Давай, попрощайся. Всем пока. Всем пока, удачи. Ждите, скоро будет еще интереснее. Скоро будет интересно. Все, поехали мы по домам. Все, приехал. Блин, у меня весь снегу там. Все забито снегом. Да. Поедем я дренаж покажу. Как это за два дня тут все высохло. За два дня все согнуло всю воду. Вот еще немножко осталось. Это он здесь проморожен. Смотрите. А, наверное, камера не покажет. Нифига не покажет. Вот где тропинки чистим, смотрите, как землю пучит. Это у меня все на одной уровне вот здесь.
Здесь сейчас спучило на полметра примерно. Хотя летом здесь все заподлицо. Дальше вот здесь тропинку чистил. Смотрите, как все выперло. Все подняло. Где тропинки чистил, ну, примерно на полметра спучило. В баню не чистил, не спучило. Я не знаю, камера передает такие бугры. Здесь дренаж сделал, немножко провалилось, надо было подсыпать. Здесь мы к теплице очистил тропинку. Смотрите, как горб, как могила. Все, потихоньку наполняется. Я включаю все, весь участок. Пойдемте, Роман Дмитриевич спит. Роман Дмитриевич спит, покажу. А, у меня беда вчера случилась. Поленница упала. Ё-моё. Надо ждать, когда земля сядет, и поднимать поленницу. Видать, тоже сыграла и уронила все. Вот так вот. Надеюсь, все чётенько. Юля в теплице прибираться. Скоро перекапывать будем. Пойдемте потихоньку. Роман Дмитриевич спит. Юля тут теплицу выпалывает. Потом перекопаем все. И все. Показываю. Потихоньку. А вот здесь дренажа нету, смотрите, как участок плавает. Смотрите, сколько птицы семечек наели. Хе-хе. За ползимы. Вот это да. Видите, без дренажа, с чего участком. А дренаж есть, когда вторая часть участка сухая. Сейчас бы тоже все плавало. Вот так же бы плавали. Это мы уже проходили, понимаете, что. Дальше скважину. Кто там говорил, что надо кессон поставить, подземный колодец, все бы затопило. Из-за этого только поставил здесь такой наземный водозапорный узел. Так мне. Ну, у нас ночью еще подмораживает, я еще не открываю. Надо тоже бы открыть. Вот это семечек, тут намусорили они. Птиц кормим. Все. Пойду железо вытаскивать. Витяжка работает, все замечательно. Вот так. И вот смотрите, я тоже к мусорке делал, где прогребал. Смотри, какой горб. Я не знаю, камера передает, не передает. Вот здесь такой, как могила. Целую тропинку видно. Это потом сядет все. Здесь все будет на одном уровне. Попозже это все усядется. Ну вот так здесь пучинистые грунты. Так у нас пучат. Всем пока. Приятных дней. Завтра, наверное, уеду тоже на дело. Дима сегодня меня вырвал из-за своей работы. Я бы сейчас еще в лесу был. Ну ладно, клещей пока нету, не нашел ни одного. Все, пойду я железо выкину, квадроцикл пускай оттаивает, стоит. Вечером загоню, завтра опять на работу, его погоню. Всем пока, увидимся.